Следующий дуэт родился также на вокале у Тамары Алексеевны. Приходили заниматься Юлия Нова, 4 класс. Она и Сергей Зюмин, компьютерные технологии, постарше уже. Где Сережа? Так. Юлечка, чем она для нас, знаменита у нас? Она вошла в наш хор с желанием. Ну, вы знаете, ну что можно сказать? Мы благодарны ей за то, что она маму заставила прийти петь в хоре. И на вот эти Юля потащила ее и на вокал. И мама начала второе дыхание в жизни. Радость, радость. Понимаете как? Это прекрасно. Юлечка у нас староста, сопран. Она помощница моя. И работящая. Вы бы посмотрели, как. Вы же видели, как. Вы смотрели на это. Кто это стоит вот в сопран? Вы понимаете? Огромную работу сделал над собой. Я вообще не восхищаюсь ее работой. Без всякой лести. Не зазнавайся. Итак, Юля и Сергей Зюмин подготовили песню «Сурок». Музыка Бетховена на стихи Гёте. Прошу.